За полгода дагестанцы совершили безналичные операции более чем на 19 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России в Дагестане. Жители и гости республики оплачивали банковскими картами товары, работы и услуги. Так, объем безналичных операций вырос на 65,9% по сравнению с таким же периодом минувшего года. Количество операций по снятию наличных в регионе, напротив, сократилось. Дагестанцев все больше привлекает бесконтактная оплата. Росту ее популярности в республике послужили и ограничительные мероприятия в период пандемии, отмечают в региональном отделении Банка России.